Праздничные концерты проходят накануне Дня защитника Отечества по всей стране. В столице Верхневолжья торжественный вечер состоялся в Доме культуры «Затверецкий». Главными гостями, конечно же, стали военнослужащие, как действующие, так и заслуженные ветераны. Свои слова благодарности им выразил и наш медиахолдинг совместно с партнерами. В этот вторник среди гостей праздника было много людей в военной форме. Однако на фоне бравой молодежи все равно особняком держались ветераны, в том числе и Великой Отечественной войны. Их с наступающим праздником поздравили медиахолдинг «Тверской проспект» и его партнер, производитель консервов под маркой «Знаток». Уважаемые ветераны, Николай Тимофеевич, разрешите от медиахолдинга «Тверской проспект» и нашего вкусного партнера «Знаток» передать вам вот такие ценные подарки, которые вы наверняка сможете применить по назначению. Обязательно посидите и скрасьте свой вечер. Желаю вам только здоровья и всего самого хорошего. Большое спасибо вам, наши дорогие спонсоры. Дай Бог вам успеха в вашей работе. Большое спасибо. Еще раз с праздником. Спасибо. Торговая марка «Знаток» считается образцом качества среди российских производителей. Консервы этого бренда уже 20 лет радуют качеством и вкусом. Они изготавливаются из экологически чистых продуктов, которые закупаются напрямую у поставщиков. В ассортимент продукции входят более 20 видов – мясные, овощные консервы, закуски, паштеты, соусы. Потребители отмечают, что консервы «Знаток» по вкусу напоминают домашнюю еду. Они стоят меньше аналогичных продуктов других производителей и не уступают в качестве. Особенно стоит отметить упаковку с консервным ключом и отвинчивающуюся крышку, открывать которые комфортно и дома, и в походе. Покупатели, которые попробовали консервы бренда, выбирают только «Знаток». Песни и танцевальные номера в самых различных жанрах звучали в этот вечер со сцены. Но все они были объединены одной темой – любовью к родине, гордостью за наши вооруженные силы. И мы, конечно, в очередной раз выражаем слова благодарности всем тем, кто укреплял обороноспособность нашего государства, укреплял экономическую мощь нашей страны, с тем, чтобы мы могли всегда достойно противостоять любым угрозам. Хочется поблагодарить этих людей, сказать им огромное спасибо. Все эти слова особое значение имеют сейчас, когда в эти дни на юго-западе нашей Родины разворачиваются непростые события. И когда мы все в очередной раз понимаем, что у России лишь два надежных союзника – армия и флот.